Масштабная очистка ливневок. Работы прошли на улице Астраханская. Сезон дождей в Анапе приближается. Чтобы осадки не создавали на улице курорта огромные лужи, городские службы регулярно очищают ливнеприемные колодцы. Сегодня такую работу провели на улице Астраханская. Для этого работники использовали специальный каналопромывочный комплекс. Главное отличие техники гидродинамической промывки. Оборудование позволяет быстрее и эффективнее очистить место скопления грязи. Наши службы на сегодняшний день ведут регулярную очистку ливневых колодцев на территории муниципального образования. Всего у нас 224 колодца. Им постоянно необходима очистка от ила, листвы. Сейчас эти работы усилены в связи с погодными условиями. У нас разработана на сегодняшний день у нас актуализирована схема системы ливнеотведения. Согласно этой схеме разработана дорожная карта. Согласно данной дорожной карте будут производиться работы.